Первый разряд. Тимофей Бокач, Москва. Синим углом есть. Пара номер один. Киев, Санкт-Петербург. Первый разряд. Прогулял.
Вначале, вначале, первые 2 секунды, потом все. Ефим Сунтеев. Тело не слушается. Санкт-Петербург. 2003 год рождения. 3 года занимается Саватов. Призер первенства России. Тренер Павел Столяров. Приготовится второй паре. Вес 65 килограммов. Юниоры Михаил Хлебодаров. Санкт-Петербург. Марат Ханмагомедов. Архангельская область. Матвей Семенов, Вологда, пройдите контроль экипировки. Также контроль экипировки пройти Александру Перминову, Сахалинская область, Игорю Петрову, Санкт-Петербург. Двигайся, мимо не бросай, не заряжайся. И новые руки. Двигайся, дергай его. Хорошие руки, давай. Рука-нога. Двигайся, двигайся. Поджимай его, он устал тоже. Вот, давай, вот. Давай, нога, нужны, Ефим, давай, 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 давай. Ногу не отдавай. Двигайся, двигайся, двигайся. Ефим, удары нужны, точнее. Да зачем двигайся, двигайся, не стой. Да что ты ловишь? Не стой, не стой, давай, давай. Не... Давай, давай. Будешь Ефим. Стоять, будешь пропускать. Работай, нога на выходе. Руки держи. Терпи, давай, вперед. Давай, давай, давай. Давай, 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 концовку потерпеть. Да бей, да ну, не стой. Не стой. Не стой. Бей. Бей, бей, бей. Не стой, Ефим. Ногу кинь. Двигайся, 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 не стой. Ефим, ноги работают. Концовку потерпеть. Давай, давай, соберись, руками. Руками начинай. Концовка погнал. Руками начни, не надо ногой, руками. Не бойся, давай, да не давай, бойся, давай. Что ты боишься? Он тоже тебя боится. Бригада судей на второй бой. Рефери Александр Мальцев. Боковые. Слюченко. Отдал бы. Немножко психологически. Он первый раз, да? Первый раз. Ну, первый раз, конечно. Плюс во втором раунде вначале прям хорошо выложился, но потом все, до конца не хватило. К выходу в ринг приготовится второй паре. Михаил Хлебодаров, Санкт-Петербург. Марат Ханмагомедов. Архангельская область. Бригада судей на второй бой. Рефери Мальцев, боковые Слюнченко, Никонов, Шаталов, Игнатьева, Трофимов. Судья секундометрист Айрапетян, судья на экипировке Назаренко. Победу одержал саватист Красного угла Тимофей Бокач, Москва.